Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии «За Германию в Sigmar Civilization 6» с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с нее. Все-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Что такое транспортное снабжение? Машинка, она дает плюс 5 плюс 5 к лечению, если чел лечится. Ну так и полезная штука же. Плюс 1 к перемещению. Чего у тебя их не было? Загрузился. Тут всякую фигню компьютер наделал, конечно. Блин, город отваливается за темного века, неприятно. Город отваливается где? Да, сверху я там, нефть еще один бахнул, на всякий случай. А, вот, над Занзибаром я там конец. Я думал, какой-то из этих больших, думаю, да, ну, по 10 населения города не отваливаются даже. Не, эти, с этими все нормально, да. Они стоят, как надо. Наверное, плюс 4 золота. Это... Я, если что, буду ждать, пока ты первый два. Приходишь, хотя... потом буду что-то делать, чтобы не считать. Ой, ну я не знаю, смысл мне тут первому атаковать, если... Не, ну тогда будешь говорить просто, я загрузился, и я буду от этого отталкиваться. Что, у меня тут несчастье уже начинается? Даже если войны. Я буду там, если ты даже позже меня будешь загружаться, того, что я буду все перестреливать, вернее, это ничего не изменит. Ну, во-первых, я не буду, но... Еще и Мокшу надо. Да. Блин, у тебя тут тоже, кстати, хорошая Гидельберг. Могла бы быть. Вот эти два оленя так нормально стоят. Я хотел ее поставить, я просто уже увидел, что она строится в Кракове. Я отменил ее. Амани. А вот Амани во Франкфурт можно. Я хотел под оленями поставить, она бы очень хорошо смотрелась. Там, да, пару плантаций, там пару... Алексей, ты, наверное, я Москва перекупил, но не знаю как. Совершенно не знаю. Потому что у меня компьютер пересадил губернатора оттуда, Амани. А, я понял. Значит, я ничего не сделал плохого. Прям реально хорошо, да? Не, ну, Жоржа в целом хороший парень. Он сейчас мало играет, я так понимаю, из-за учебы, наверное, или работы, но он хорошо питает, в принципе. Не всегда с ним приятно играть. Мы пойдем потом. Канализацию. Опять бесконечный ход. Бесконечный ход внимания, ну ёпта твою мать. Это же коннект. Блин, Влад, а я собирался бы тебе отомстить, совершенно забыл, но вот ты сейчас мне очень хорошо это напомнил, что надо тебе мстить. Ну конечно, ну вот, во-первых, за Грузию, а вот сейчас опять, понимаешь, и опять я Китаем, какая-то не... Слушай, это какой-то антифартовский Китай, я не знаю. Антиудача, или как это называется? Это антиудача, да. Все, я никогда в жизни не буду брать Китай, просто. Блин, это животное еще всякие эти, знаете, понаставило, чтобы юниты сейчас в какую-нибудь хрень отправлять, сейчас на все эти пути поотменять. Мы ждем, ждем, мы тебя не торопим, ждем. Это лучше, чем перезагрузка. Влад, не забывай, что мне обещал Пекин. Я помню про Пекин. Не, а чё вы там уже Китай пилите, да? Да, они меня... Ну, как, меня пока австралиец забирает. Этот австралиец... Ой, поляк за ним другими делает. Ну, как забирает? Тут, знаешь, тоже такая ситуация, что я пока только приехал. Ты отбивайся немножко, отбивайся в Китай. Ой, ну и что? И что? Ну, какая разница тут? Я сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тут 8 корпусов, а этих танков, 9. И 2 корпуса артиллерии, от чего тут отбиваться? 3 корпуса. Ну, покоцай, немножко юнитов у него, не знаю. У меня 8 корпусов, кстати, не 9. Да, потом всех сделаю армии. А, ну да, 8 корпусов и один такой обычный, ну, он не... В смысле, я не добил? Отсчитывать нам будут, нет? Я могу, надо? Угу. Давай. Питаю.
3, 2, 1, убивайте. Чё за... У меня всё зависло. Ну ладно, я не хожу тогда. Инвиктус, давай дружбу там и союз обратно. У нас закончилось. Ну, Индус, ходишь? Развисло. Да, ходите. Шарик нужен. Ой, блин, вообще карточку не так поставил, блин. Думаю, пойду уже, потому что ничего нету. Ну, дождись пока. Или тебя столицу забрали? Забрали. Столицу уже забрали. Ну, я не против. Кто-то против? Я нет. Я не против. Тогда конечно. А, пойду пока. Спасибо за игру, ну, Саша, счастливо. Было весело. Пока. Инвиктус, принимай. Какой ты хочешь город? Патну, бери патну. Ну, само собой, я возьму патну. Я ее и так уже осаждаю. Прикольно, я разрушил тебе район, по идее. У него все еще есть 10 стен и 100. Не, ну видишь, ты его разрушил, потому что юнит у меня в нем упал. Да, я там был стена корпус. Типа осталась. То есть я не смогу на него просто наехать, мне все равно нужно будет разбить вначале стену. Ну и чё, какая разница? Ну, я все равно, если я туда стану, то там, ну какое, 10 укрепления будет от этого. Ну, кстати, хорошая идея прыгнуть туда сейчас. Я ж уже тебя окружаю, потому что не важно. Ну и чё, город в осаду ты все равно не возьмешь. Не, ну он быстро упадет. У меня же там шпион, сейчас я выиграю через пару ходов. А ты уверен, что ты выгонишь через пару ходов? Не уверен, потому что я сейчас считаю дальше этот дипломатическую видимость. У меня просто Виктор прокачанный. Я не думаю, что ты на шпионов. И на шпионов тоже. Жестко. Не, ну я понимал, что на меня идет, но, блин, я уже просто, знаешь, там где-то домики строил, где-то угорал, там такое все. Я просто понимал, что я не догоню тебя по армии, ну, как бы физически, потому что строить коляски и апать их у меня нету денег, а строить сами там хорошие юниты, ну, производство все равно недостаточно. Я пытался промышленными как-то это за, ну, догнать, но все равно не... Типа того. Ну, мне кажется, тебе нужно было тут прям жизненно важно забирать Антананарива. Надо Патну, Бангалор, ну, и Мумбаи забирать, а потом отсюда, видимо, на... То есть, типа, на Рим Джоу слева, там я вижу... Идти уже... Ну вот я не жалею об Антананариву, но вот я жалею об вот этом вот на реке городе. Ну и даже вот там, где ты изначально планировал... Опа, предательство. А, эскалация милитаризма. Ты пересаживаешь? Я, да. Так, поляку, наверное, пересадить. А, как там качаются. Прикольно. Ну что за фигня? Игра когда-нибудь спорная. Я даже не успел город нормально обстрелять. Ну, прости. Ой, ну, то есть из города нормально обстрелять.
Ладно, сражение за Сиань, да, у нас будет стоять. Вероятно. Все, я бы, конечно, хотел бы агру забрать. Ну, если успеешь, пожалуйста. Я до агры еще как минимум два города буду забирать. Ну, тогда ты меня оставь агру уже. А? Я понял. Так, а где у меня еще корпус танков, а не армия, армия, армия? У меня лишний танк, что ли? Блин, а все, да, это уже нету карточки. Чудесная обороноспособность. Лишний танк. Блин, обидит. Но все равно, слушай, не стоят стрельцы и пикинеры против танков. Ну, блин, у тебя ж они одни. Если бы у тебя их было... Ну, то есть смотри, если бы... Тебе нужно было как сделать? Между военным лагерем и городом поставить два стрельца пикинеры. Один на камень, один выше. Мне бы пришлось их убивать артой, они долго убиваются. И справа поставить парочку. Типа, в идеале три, чтобы закрыть тоже проход, и за ними любой другой юнит. И все, ты стоишь, и я от них... Ну, мне сложно было бы, короче, их проходить. Там, слушай, ну вот дал бы ты мне... Дал бы ты мне хода 4, у меня бы было бы два самолетика, мне кажется, было бы. Нет, они первые самолетики бесполезны. Тебе не помогли, поверь. Ну да ладно, по 50 атаки, ну... Особенно когда танки первый апгрейд получают, там без шансов. Тут я тебе гарантирую. Ну да, это есть только истребители. Там уже. Да, истребители уже неплохо, да, все делают, они прям. Еще уран. У меня и так уран есть, в принципе, где-то под районом явно. О, археологов могу. Где у нас археологи? А, у меня денег нету. Какая же хорошая карточка уж на жадных народов. Прям божественная. Это темного века, которая... Которая что-то... Что он там, золото прибавляет, а что... 50% золота, 25% продакшена, минус 2 довольства. А, ну да, да, она шикарная. Но у него же там, по-моему, на священных местах, да, на клавиатуру улучшение, если я правильно помню. Сейчас я гляну. Да, у него же типа священные места дают культуру, но маловато, да, со временем. Надо хотя бы один-два театральных района поставить хорош. Ну, по идее, дальше рассыпается индус. Должен. Отваривается город, неприятно. Даже этих нету стен. Рядом... Зачем? Я не знаю, зачем он на меня нападал. Серьезно, просто... У всех рассинхрон. Зачем индус на меня нападал? Вот в чем прикол был? В чем идея? Видишь, он... Во-первых, я тебе скажу так, да, он еще, конечно, неопытный игрок в ЦВ, потому что он нападал, ну, не имея ни одного шанса. Он пошел на меня, не имея ни одного шанса. Также пошел на тебя, не имея ни одного шанса. Просто он решил как-то так попробовать поиграть, попробовать какие-то, может быть, стратегии, не знаю. Он очень... Ну, то есть у него очень специфичный ход мышления. Это типа... Ну, просто если бы вы следили за киберспортом, вы бы знали, почему это так. Он так играет уже полжизни. И из-за этого он иногда вот делает такие интересные решения, которые обычно люди не сделали бы. Нет, понимаешь, он говорит, остановите Алексея, потому что он лидер. Прекрасно. Да, прекрасно, да, 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 да. То есть он думает, что это типа рабочая схема, но это на самом деле не рабочая схема. То есть он именно типа экспериментирует, да, таким, то есть то, что ты говоришь, в принципе, то есть он смотрит, как бы, как оно все работает, изучает. Ну, реально, очень специфичный свой стиль мышления, то же самое, что он про кампусы говорил. Он со временем как бы поймет, как оно работает, но пока еще не понял.
Ничего себе, ты откинул сейф. Нет, это последний ход. Это последний ход, да. Но это то, что у меня есть, какой автосейв был, тут и запустил. Нет, это он и есть на самом деле. Вот. Серьезно? Я разобрал. Угу. На самом деле ход был. Плюс паузы, там понял, вот это все. Ну это точно тот ход. Как бы просто будет в конце два пути, или он будет, короче, играть по дефолту, или как-то вот не по дефолту, или будет считать, что это правильно. Вообще, у меня перекинуло. Да? У меня все красиво. Может, это тот ход, когда вот ты загрузился, тебя перекинуло, и ты еще не успел поменять? Может быть. Канди опять отваливается. Или Несент у меня выбил этих... других пацанов. Незлот он коварный, все может быть. Так, а мы собирались же, получается, на 6 по Киеву, да? Сейчас 2 часа ночи, то есть мы уже играем 8 часов. Жестко, 104 ход. Я бы на самом деле, может, даже задумался о доигровке, если когда луку снесут. Ну, когда мы вот всех лишних, тех, кто вылетел, типа вышел, позаберем. Я бы тоже задумался. Очень много технических проблем было, очень много. Но мы завтра, я думаю, намного быстрее доиграем вчетвером. Я могу завтра или до 2, или после 10 вечера. Я работаю во вторую смену с 3 до 10. Я готов проснуться раньше и доиграть до 2. В смысле, я не понял. В 2.30 по Москве я уезжаю на работу. Начать во сколько можешь? Ну, хоть в 10 утра. Ну, сколько нам нужно до часов? Часа 4, я, пожалуй, не смогу, наверное, в 10 утра. Есть вариант 10 вечера, но это такой тоже не очень комфортный. Зато на работу надо идти. Да. Я могу и в 12 начать, в принципе. По московскому, это у меня в 11. Нормально. В 12 по московскому. 12 дня? Да, по-московскому, пожалуйста. У тебя 11, у меня 11. Думаешь, мы за 3 часа успеем? Не, ребят... Я точно днем не смогу, если бы мы намного раньше утром смогли. Вот это вариант. Давай в 7 утра. Так, блин, дай сначала походить, потому что нам надо походить как-то ход, чтобы таймер шел. То, как говорить, я не могу собрать, что мне делать. В любом случае, вначале нужно освободить Норвега, а потом можно подумать. Можно все-таки... Возможно, все-таки есть смысл
Возможно, все-таки есть смысл этот доигрывать сегодня и не париться. Но это просто долго будет, это еще реально часа 3 минимум. А раньше никто не победит. То есть араб по религии не сможет из-за Инвиктуса. По культуре там, вот китаец сейчас вообще в лидерах по культуре, но как бы понятно, что у него шансов нет. Да, он с самого начала игры был лидером по культуре. Одного да. Туриста не хватило для победы. Не, ну ядерки не ядерки, то есть в любом случае, то есть до 150-го хода победа чья-то маловероятна. Ну разве что вот чисто кто-то улетит. Там у Лёши, например, высокие шансы из-за инженеров, то есть он спокойно заберет одного двух. Вот, по ученым, на самом деле, там все не так однозначно. У нас у всех возле 30 вход. Сейчас у араба гляну, а не, у араба 15 вход. Ну, как бы я, немец и поляк, у нас почти по 30. У меня 27, у немца 30, у поляка 31. То есть тут лабы построятся, мы все равно будем одинаково идти. Даже и не знаю. Так, я, в принципе, ну я закончил ход, давайте поговорить. То есть это 9:30 по моему времени. Но это, кстати, может не так и плохо. Хотя, конечно, в таком случае бы лучше сегодня доиграл лично. Давайте в 9 по Москве. А в 8 Мезон, хотя бы. Ты проснешься так рано? Хотя бы в 8 утра. Ну это 7 утра, это через 4,5 часа. Через 4,5 часа? Ну у меня ну, сейчас да. 2:30. Ну да. Ну короче, я значит завтра не могу никак. То есть, да, лучше. Ну потому что это мне очень поздно в 10 вечера, к сожалению. Мне тоже на самом деле. То есть получается, что разумнее будет сегодня доиграть, судя по всему. Ну да. Ну просто через 4,5 часа то же самое, что мы доиграем до утра. То есть за 4 часа бессмысленно как бы. Попробуем доиграть, в принципе, ничего. Ну, я не против. Там еще внизу какой-то город есть, не пойму. Ну тогда надеюсь, что мы будем пауз и быстренько попробуем. О, я же тебе помог еще. Там еще какой-то город. Блин, индус двух генералов куда-то уводит. Прячет от тебя. О, университет это 4 науки. Вот так. Хорошая штука. Опять на один район больше. Нафига мне эти инженеры? Фабрики плюс 2 производства. Где-то мой пикиницу. Ну я его не бью, он стоит, ждет тебя. Что-то у меня совсем... Довольство не хорошо, мы с тобой не торгуем ничем уже. Торгуем, причем здесь довольство. У меня куча ресурсов. Ну потому что ты с индусом воюешь.
Ты забыл, что индус в два раза больше дает усталости от войны? Вот этот город, кстати, наверное, можно и сжечь будет. Несланд, прими, пожалуйста. Где у него еще город? У него еще город есть, да? А, возьми его. У него еще два города есть. Надо срочно забрать. Заберешь их, Алексей? Ну, придется. Для тебя помочь. Так, тут уже, наверное, арта не нужна. Можно перебрасывать... Или вам помочь, Алексей? К Риму. Ну, давай этот вот. Мне этот вот Тривандрам, в принципе, вообще не нужен. Можно забирать его и сжигать. Можете, да, дожечь просто. Скидка на улучшение юнитов стоит. Ну, да, давайте сделаем вертолет. Нет, лучше на танке оставим. Пока. Ну, вообще, можно пытаться и наукой тут побеждать. Теперь ракетостроение идти. Все открыто. Сейчас танки, если откроем вот эти. Не, вообще сначала расщепление ядра, конечно. Пойдем. У меня компьютеры уже ускорены, блин. Вообще бесполезный инженер мне достался.
А он уже бесполезный, кстати. Он же для промышленной эры. Чё я его с собой таскаю? Это уже информационное. Так, а что он дает? Реликвию. О. Здорово. Почему и нет? Алексей. Да-да. Как ты много минусов видишь с АПЛ мода? Или в принципе можно играть? Ну, можно играть. Почему нет? А мне кажется, что он, ну, как бы плохо вроде уже и не делает. То есть он вроде как игру не меняет. Ну, остается да, шестая да. Цела. Да. Поляка, ты точно хочешь этот Пекин? А то у меня что-то города сильно отваливаются по лояльности. Желательно, конечно, Пекин. Может лучше Гуанчжоу? Или Гуанчжоу тебе точно не варик? Ну тут как бы, то есть я не пытаюсь себе город, знаешь, отжать. Я могу его, не, разрушить тоже не могу, наверное. Просто у меня, видишь, города очень сильно отваливаются по лояльности. Прям очень сильно, потому что там как бы я делаю все, что могу. Давай, хорошо, забирай. Я могу, если хочешь, Гуанчжоу сжечь, если ты волнуешься. Да, Гуанчжоу я заберу сейчас. А, ты заберешь его, да? Окей. Спасибо, Анивиктус. Ну, это откуда у меня это рабочий? Тоже компьютер. Я какой-нибудь сейв отправил. Успел все сделать вроде как. Даже ну, должен можешь. Этот Шринагар забирать и апать танки современные и дальше идти на Рим. В общем-то, посмотреть, что у нас по науке какое-нибудь ракетостроение открыл. Никто. Здорово. Ну, тут и понаучные у меня есть шансы, но по очкам я просто впереди. Поэтому все нормально. Надо следующим ходом еще посмотреть, с кем там торговля какая может быть. Может ресурсами пообмениваться. Опа, бот построил рыцаря китайцу. Опасно. Ливой. Руку Алексея меня пугает, конечно. Медуса больше нет. Дальше пойдем Рим забирать. Мне некого забрать, обидно. А Кыргызи тут построил, ребят? Да, я построю. Да. Алексей, к сожалению, да, построил. Инвиктус, предложение. Слушай, Инвиктус, а на что, что я тебе предложил? Еще не, сейчас посмотрю. Я предложил
кофе на гипс. Нормально? А, ну да, ты мне больше ничего не можешь дать, да, давай. Давайте здесь все-таки построим пригород. Просто время пришло. Амбар. Пригород у меня тут есть. Давайте военного инженера для будущих ядерных ракет. Алексей, ты будешь забирать Женеву или не будешь? Нет, не буду, зачем? Она мой союзник, по-моему, сюзерен. А если мы ее перекупим тебе? Тогда я, может, лучше вас заберу? У нас это кого? Ну, тех, кто перекупит. Подать. Глянем, насколько у меня там штраф усталости. Да нет вроде усталости от войны. По нулям. Dreams. Так, где у нас поближе? Поляка на территории. Надо покопаться. Все, и китайца нету, да? Да. Повод для войны есть, колониальная война. Я даже Риму колониальную войну могу объявить. Блин, у меня город отвалился. Я даже не заметил это. Неприятно.
часа нам придется этот Invictus сжечь по городу. Потому что они отваливаются невероятно как-то. Ну, сжигаю, мне ничего не отваливается. У тебя отваливается Гуанчжоу? Нет, там плюс 13 будет, слишком ходу. Круто. Так не получается. Торговых путей, ну я, конечно, золота нету купить, но торговых путей немного. Так, давайте по городам пройдемся. Где-то я делал рост, миссионера, рост. И он пропал у меня. Рост, рост. Ну прости. И районов что-то особо нету. Такие себе, короче, китайцы. А китайца нет? Я вот закрутил город. Там два района. В столице. Ладно, в столице более-менее еще. У Алексея почти 500 науки, ребят, это жесть. 450 это почти 500? Опа. Вылетела на Алексея интересная штука. Может, стоит принять? Или вы до конца игры делать? Почему до конца игры? Ну сейчас-то зачем принимать? А кто забрал ученого на университет? Алексей, перечитал тебя, судя по всему. Не, я вообще ничего не делал. Я открыл, смотрю, ученый забрал. Подозрительно. А у меня вылетела эскалация милитаризма против Саладина. Война, война. Не, я против Саладина не буду принимать. Не, рассчитывал на этого ученого, как он... А, так против меня вылетел, потому что я типа индуса уничтожил? Блин, ну... Из-за того, что ты Риму войну объявил. Нет, 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 эскалация милитаризма, город Шринагар. Интересно. Я Риму объявил войну, я даже... А, я в союзнике с ним был, точно. Да. Я же говорю, да. Слушай, норвежец, а нафига ты принял этот кризис тогда? Все равно мертвый. Что? А зачем ты кризис против меня принял? Почему нет? Я спрашиваю, зачем? То есть, что ты от этого ожидаешь получить? Да я ничего не ожидаю, у меня последний город падает. Инвиктус, ты будешь против меня кризис принимать? У меня нет, даже не вышел. У меня тоже город пропал, но я отказался в любом случае. Даже... У меня он даже вот где-то ужас. Алексея, да, моего. Так что дашь за него? Видишь, какой он корыстный. А что дашь, ну, что дашь? Ты ж воровал у меня там что-то. Денежку воровал. Ну вот, давай ту денежку, которую своровал. Там немного было, тебе не понравится такая денежка. Я тебе предложил.
Ты норвежец, серьезно, ты тут плаваешь у меня в озере. Да я этим воином, я не знаю уже сколько хожу, смотрю, о, можно за границу зайти. Так я же дал тебе денег, Алексей. Слушай, Лука, тебе надо как-то в церковь, о, что ли, да. Сходить? Я тебе дал. На твою территорию, и мне грустно. Шпиона смотреть, твоего. Ты, понимаешь? Территория, да, я видел. Мне кажется, Солидно. Что-то какая-то проблема с нациями. Ну, типа, Норвега, в принципе, видел, что всегда какие-то не очень территории. Ну это ж прям очень грустная территория, я бы так сказал. Мне столица нравится, смотри, пустыня, две клетки зеленые, потом тундра. Отлично, по-моему. Ладно, вот эти нижние города в тундре, там, в принципе, такое чудо, что оно все перекрывает. Но вот если бы я в Бергене не построил Петру, то он бы вообще мертвый город был. Так, ну тут в золотой век я точно выхожу. А, то есть, в принципе, норвежец, типа, мне просто кучу мне, это, 1000 золота дал. Не, ну я, честно говоря, думал, другие тоже примут. 1000 золота и плюс 2 к боевой мощи при нападении на города. Ну, спасибо. Почему нет? Забустил его, забустил. А когда там последний город норвежца забирается? Скоро. Блин, Троян закончил Альгамбру и... На последнем ходу! На последнем ходу он меня забрал. Это частое явление, я вам скажу. Это жесть, на последнем ходу меня забрал. Я Равену сожгу. Блин, что сделать, чтобы города не отваливались? Я не могу понять. Соседние города захватить. Польские? Китайцы же даже уже нету на карте. Я сюда ничего не могу сделать с этим. Блин, и губернатор опять один. Реально придется походу в карту. Этих, наверное, вернем домой. Так, мне надо из разных городов отправлять к поляку. Из Берлина аж двое бегает. Давайте посмотрим. Из Ульма. Никто не бегает, мы сейчас отправим заново. Вот, из Ульма бегает. Дальше из Кёльна. Бегает, из Ахена бегает, из Берлина аж две бегает, из Франкфурта. Незланд, вроде из Франкфурта не бегает. Like some magic. Мастерская, кампус, фабрика тут вроде есть какая-то. Театральную... Да нет. Оплати банк. А сколько очков за самолет дают, кто-то знает? Жаль, что ты не в курсе. Так, надо бы, наверное, уже Магнуса в Ахен пересаживать.
Хотя Рейн у меня для покупки. Слушайте, а я тут космопорт нигде не могу построить в Ахине, по-моему. Есть проблемка. Влад. Да. Ты же не будешь хулиган. В каком смысле? Там на меня войну идти потом. Я похулиганил на месте Влада. Чё не хулиганить-то? Да, у нас вроде военная мощь одинаковая, плюс-минус. Что у нас с военной мощью? 1718. Даже меч побольше, наверное. У тебя сейчас больше, да. Меня не видно. Думаю, сколько. Давай очень не хулиганим, а... Максимум поможешь мне Халецку убивать. Ничего себе. А чё это ты планируешь уже на меня нападать? Не, ну кто может быть там через ходов 20 что будет, кто знает. Ну или ты будешь меня убивать, он мне поможет. 12. Это более вероятный расклад. Вот это уже авиацию строит. Кто? Три аэродрома поставил. Кто строит авиацию? Ты кто же? Я единственный, кто в композитах. Кто-нибудь космопорт вообще выбрал? Прикапываешь про артефакты. Иди у себя ковыряйся. Я у себя ковыряюсь. Слушай, мы друзья телефон. Вроде, союзники с тобой. О, слушайте, а Invictus уже 11 туристов из 100? Уже я всегда... Да, нет, это невозможно. 140, у меня 136. Это невозможно. Я одна за каждого вылетюша. Еще раз. Любой может кинуть 3 бомбы. 2 ядерных, 1 термоядерную. Это всем доступно, так? Да. А потом по плюс одному за каждого вылетевшего. То есть в нашем случае это уже Индия и Китай. Еще по две. То есть мы еще плюс бомбы. Два. Но термоядерных, не ядерных. Это именно термоядерных касается. По идее любых, но я не уверен. Следующий, точно. Так. Вот вопрос с Костей. Я ее захвачу оставлять. Так, вот она. Города, не уходите от меня, пожалуйста. Просто что ставил, что не ставил. Ученые и чудеса. О, вот этот инженер. Ну хотя 20%. Может и не так прям хочется его забирать. Но в принципе проекты поделать можно. Чудес света. Какие у нас тут чудеса еще есть? Христос Искупитель. Ну, такой себе. Тут вообще из оставшихся. Вот Великий Зимбабве, если только. Центр коммерции с рынком и скот. Где я вообще могу подобное построить? А вот здесь, в Трире. Ну, вообще, Трир такой город. Гарольд Старовый решил, что я вармонгер. Сообщил мне. А ты не согласен, да? Абсолютно. Абсолютно не согласен.
Ого, Рома, Лёша уже в композитах. Жёстко. А ты верхнюю ветку, я так понимаю, после фабрик не шёл, да, Лёш? Возможно. Возможно, шёл, я понял. Это, конечно, ты неприятно сделала, мой друг польский, хоть бы спросил меня. Мне там тоже послы сидели. Ну, он очень нужен был. Да я понял. Теперь как бы у тебя много городов. Если Алексей заберет Рим, и все у него будет. Да понятно, что у него все будет хорошо. У Алексея всегда все хорошо. Не я очень сильно. Я очень сильно люблю играть с Лешей, потому что он очень хорошо умеет мотивировать людей играть до конца. В этот раз он не сильно старался, но обычно Леша мотивирует. Или как-то давит морально на них. Ну а что мотивировать, если такие технические проблемы? Я же не могу людей заставлять мазохизмом заниматься. Не говоришь, что ты. Если бы вот, плохо, знаешь, так смув шло игра, тогда да. У него поставят он в Ганчжоу кампус хороший. Да, да, да. Так там и как бы Дибик в этом Пекине тоже такой неплохой. Около реки. Светлый с центром коммерции мой и банка. Мой даже больше дает, чем твой в этом, чем твой в Ганчжоу. Нет, давайте. И я не знаю, строители вот тут вот сделаем Берлин с Руркой. Слишком мало дает. А производство. А в городе, который возле Гуанчжоу, я не знаю, как написан Ян, как-то. Он так поставил прям для меня, видишь, на этом. На краю карты, там где высокая, высокий престиж. И кстати, эльфия башня не так сильно, чтобы что-то поменяла у меня. Скажу вам честно. По-моему, вообще ничего не поменяло, если я не ошибаюсь. Быстрый захват. Ну вот Костю я, наверное, все-таки оставлю. Одна промышленная зона и все, что ли? Да? Эти города отпадают. Ладно. Ну это ж я в тёмном мире, да. И ты типа слишком сильно на меня давишь. Когда золотой век закончится, у тебя у меня начнется. Или даже если у нас обоих будет золотой, то все будет нормально. Даже если я в обычном, то все будет нормально, в принципе. Надо карточку на морские юниты поставить. Уже да, заинтересовался моими городами. Такой ты папа. Не-не-не, совсем не. Конечно. Ну все, присмотрел мои города. Не-не-не.
Так, ну если у Алексея столько науки без лаборатории, я буду грустить. Если с лабораторией, то это не так еще плохо. Видите, у меня без лаборатории такое. Я бы на их месте грустил. Слышишь, Инвиктус, тебе тут будет важно как-то с арабом не сильно дружить, а то мало ли он захочет прохалявить и при лиге победить. Невозможно. Ну, если ему все дружбы дадут, у него там, сколько у него входа? 224 веры вход. В принципе, попробовать. Потенциально можно. Не жалко деньги тратить на покупку клеток. Плюс 4 построю. Вообще там можно и собор Василия Блаженного организовать. Строители, хочу вот весь Берлин в производственную Мекку превратить. С Рушской долины. Давайте, наверное, все-таки Магнуса Вахин пересажу. Мне уже вырубать нечего. А Рейну в Ульм. У меня в Пекине, я так понимаю, за лояльности 3 промки. Да, минус 100%. Просто 3 промки. Ну, нормально. Да, нормально. Там лаборатория строится 87 ходов. Норвегия торгует с Римом. Два бота. А у нас была какая-то игра, где бот просто построил тысячу каких-то чудес. Блин, все три удались, я больше тысячи. А, это, короче, Незон, когда ты туда ушел, когда мне Соло города подарил. Ты, твой отстек просто... Это маскировка. Невероятные вещи творить, скажем так. Дальше, хищение технологий. Он просто построил где-то, не знаю, чудес 15. Хищение средств. Ребята, меня убивают за последние хода все эти. Жесть. Опять увели мне. Кто-то построил Биг Бен, да? А, не, не увели. Sorry. Шпион из Австралийской империи был пойман. Так он там так просто гулял. Вообще есть такая идея, ну, иногда ее не соглашаются. Типа, друг другу бросаешь шпионов воровать в техе. И если типа поймали чего-то, тогда типа просто бесплатно друг другу отдаете. Но тебе, если, скорее всего, это невыгодно со мной. И Незонт вышел уже в танки. То есть, ну, я так понимаю, что наоборот тут точно никто не планирует играть. Нет, тут еще есть время для улета. Просто если идти в космопорт без танков... Ну да, справедливо. Люди могут не так тебя понять. Так, а это что делает промышленный нового времени? А у меня юниты, по-моему, даже не нового времени, а атома. Да, здорово. 35 очков инженера, неплохо. Thank you.
Так, ну что, теперь вот в космопорт можно заглянуть. У нас по науке сот. Фига себе, я, конечно, тут пру. Канди, наверное, просто освобожу. Мы, кстати, походу отвалятся еще раз, города. Грустно. Очень грустно. Ну? Бывший Ганди. Даже успеваю все делать. Ну, Аквилею, наверное, оставлю точно. Канди освобожу. С Ансем надо будет посмотреть. Ну, просто не так много счастья. Так, здесь вот райончики есть. Наверное, Медиалан тоже можно. Медиалан, это, кстати, Милан. Кто не в курсе. Ей, наконец-то. Что такое? Ну, норвежца нету больше. Больше он не с нами. Блин, а вот Аквилею, может, и не стоило действительно. Тут, кстати, нет ни одного района. Блин. Инвиктус на Занзибар мы пока не будем трогать, скажи, пожалуйста. Я жду, пока ты мне скажешь, когда я могу. Ну, я бы, честно, вообще его не трогал. Все еще не трогал. Не знаю, у тебя много денег вход сейчас? А, ты в Золотом веке, тебе, наверное, очень много, да? 300. Ну, у меня 325, но это не так, как хотелось бы, честно говоря. Ну, я бы, честно говоря, его не трогал там до момента, когда уже на очки игра идет. Просто я бы его и себе хотел, в принципе, в таком случае забирать, знаешь. Так мы его честно делим. Рановато, я уже еще не лишний, еще 115 ход. То есть я буду это означать, что ты на меня собираешься нападать, да? Дружба еще 20 ходов всего лишь, то есть 135 ход нормально.
А у тебя армия самая большая, я не хочу, чтобы ты на нее напал. У него реально два раза больше армия, чем у Лёши. Вообще, чем у любого из нас. Интересно. Ну, может быть, зарубочка. Кстати, в таком случае без клуба играем правильно, то есть спокойненько все себе строят все, что хотят. Да. И бросают, когда хотят. Так, Лёша поднял денег. И Незон поднял денег. Классно. Хорошо живете, господа. Все-таки освободить. Не выиграла бомбарда. Сколько у Рима осталось городов? О, писатель, художник. Четыре. Раз, два, три. Сейчас, Алексей, можно взять ученого на гонку. Инженера. Ну, 20% это не сильно. Вот те, которые 100%, это да. Ну, и 750. Точно тоже. Как минимум, явно не лишний. На... Есть у кого-нибудь мысли, почему я не могу коммунизм принять? Ну, если он светится, я пытаюсь его выбрать. Ничего не происходит. Карточки я могу менять при этом. Фераксис. В лучшей мере разработчики. Ты не сюда объяснение, которое... Здорово. Давайте что-нибудь за один ход откроем. Сорок монет вход не будут лишними. Раз, два, три, четыре. Она нахер не действует. Один пригород. Да некуда. В принципе. Может, это какая-то фича, знаешь, что немцы не могут принять коммунизм. Первым они должны принять фашизм. Вот это фича, да. Знаешь, против ГГшек же есть бонус. Чат Фераксис. А
Арапа, Бурундизи где-то в твоей стороне или что? Не могу найти, где этот город четвертый. Римский. Брундизи. Вот меня пишет, что у Рима четыре города. Путиолы, Анцы, Рим и Брундизи. Где Рим, Анцы и Путиолы, я вижу. Я вижу только три. Ну и я вижу только три, блин. На острове. Куда-то свалил. Недооценили мы, ребята, Рим. Араб, тебе кажется, есть торговый араб. Опа, и тебе хороший торговец упал. Прям отлично. A lady's imagination. В мире торговец. Блин, в одном городе поборол, а один все еще отваливается. Что же делать? Я все возможные карточки поставил уже. Ну, тоже неплохой. Но это не на космос все-таки. Господин Геомар, он здесь что, шпионе стоит у меня? Какой же господин Геомар? Археолог твой. А, ну я исследую территорию просто. Я не успеваю им ходить. Спасибо, что напомнил. Так, из Майнца. Я бы хотел, которые все технологии ускоряют, а не только некоторые. Из Франкфурта бегает. Из Берлина аж двое. Из Ахена бегает. Из Ульма бегает. Из Кёльна бегает. Да вроде доигрываем. А ты об этом? А чё, я не понял, а чё началось? Я никуда не улетаю. Воюю с Римом. Мог бы сам араб, кстати, Рим захватывать. Вот тебе и ага. Дал бы. Я индуса захватывал. Так а что теперь? Я не знаю, почему бы я тебе не дал захватывать спокойно Рим. У меня нету причин говорить не захватывай. Да ты мне сейчас не даешь его спокойно захватывать. Вот. Блин, я опять забыл коммунизм принять сейчас. Этим ходом надо вначале. 4 минуты, конечно. Мало. Может в фашизм идти лучше, а не в демократию? Ну, сейчас надо все тут открыть. На самом деле.
Ну, будем думать. Ну да, ядерное оружие выходить как бы. Там как пойдет. При этом, что мне там особо никак закидывать в Халецкого. Он такой в пару городов достаю. Ну, кстати, есть у меня мысль такая. Не знаю, понравится вам она или нет. Но... И рано или поздно можно будет просто проголосовать за чью-то победу. Чью-то. Почему здесь идем ровно? Ну, по счету вы идете с Лешей, Несом то стоит на 150. Ядерки здесь решают. Ну, как тебе сказать? Ядерки-то у каждого человека будет Леша. Я уже. Влад, ты что-то совсем расклеился, говорю. Тебе вообще имеет смысл идти просто в космопорт, на тебя видишь, никто не обращает внимания и улетать. Я вообще-то уже в танках современных, то есть я... Ну, у меня города отваливаются, вот у меня есть проблема такая небольшая. И, то есть вот эти города, что я забрал, только два из них нормально работают. Это мне очень не нравится. Блин, все три шпиона у Инвиктуса сработали. Как по часам. Алексей, я не знаю, я думаю, что надо пока... Что? Я не слышу ничего. Я говорю, не знаю, насчет дружбы будем думать. Нет, так еще ж есть ходы, блин. У нас же с тобой с Рикой союз, ты знаешь, сколько ты с него получаешь всего вкусного? Он всякой культурный, да? Да. Ты очень это много очков идея. Получаешь. Не, ну... Так хочет. Ну, нет, это же не значит, что до конца игры. Это же еще... Это на 15 ходов всего лишь продолжение. То есть это до 135-го. Смотри, Алексей, ну я с тобой согласен, но если вдруг вы будете воевать с...
арабам, то... Я на него не собираюсь нападать, например. Он на тебя, наверное, подумает. Не смысл. Ну вот я захватил Рим и все. Причем я, обратите внимание, я не все города Рима захватываю. Я три города просто сжег. То есть даже не ценишь города Рима, понятно. Да я вот жалею, еще Аквилею не сжег. Тут вообще нету ни одного района. Незл, короче, сидит с шаром и гадает на будущее. И он знал, что Жоржа не сможет играть и плохие города с твоей стороны делал. Ну, хоть Канди стал независимым. Неслун, да, а Аравии ты доволен? Нормально? Что там сделали тебе? Да, он писал, что там все красиво было более-менее. Кроме того, что по верхней ветке пошел араб. Ну блин, нафига я тут производство ставлю? Миш, атомки, да, все. Так в итоге мы так и не договорили с атомками, ядерками. То есть мы разделяем их как-то. Типа в том плане, что столько-то атомок, столько-то, ну, столько-то ядерок, столько-то термоядерок. Ну, я думаю, что две ядерки, одна термоядерка и одна на выбор за каждого вылетевшего, это нормально. То есть в конечном итоге у всех будет, сколько там, ну, грубо говоря, 6 ядерок и одна термоядерка, скажем так. Мне кажется, это нормально. Еще раз повтори, пожалуйста. Ну, я думаю, что... В итоге сколько у всех будет? Две ядерки и 6 термоядерок? Нет, две ядерки, одна термоядерка и 4 на выбор, я думаю, так. 4 работает. На выбор любого, да? Да, да, да. Окей. Ну, по идее, так это работает, поскольку я... Я согласен. Это правило. Invictus? Извините, просто я с тобой согласен в любом обстоятельстве. Скажи мне, о чем шла речь. Сейчас я напишу чат. Вот так. Что значит любая? Ну, или ядерная, или термоядерная. Наверное, ядерная лучше. Ну, само собой, что ядерная. То есть, имеется в виду на выбор. То есть ты можешь и ядерку кинуть, и термоядер. Все, я понял. То есть, грубо говоря, в принципе, кто-то может даже не открывать термоядерные и себе просто на ядерные рассчитывать, а кто-то, возможно, уже там может, уже открыл ядерные и сейчас откроет термоядерные, ему выгоднее термоядерки строить и не париться. И там у него будет 2 ядерки и, сука, там 5 термоядерок. И нормально. Араб, ты так Брундизи и не нашел, не видел его? Я буду угорать, если он где-то на острове находится. Да я просто сейчас мир заключу с Римом. Оставшиеся, когда тут один город у него осталось забрать. Справа от Аквилеи? В смысле справа? Справа от Аквилеи Путиолы, которые я захватываю. Нет, справа, подожди, справа. А-а-а, блин, точно. Точно, блин, как-то я его пропустил. Уже
Опа. Значит, в итоге у нас 1, 2, 3, 4, 5. Я сейчас могу 6 ядер бросить. Ну и давайте где-то больше производства. 33. 16. Вот здесь 6. 12 ходов, тогда нет. В Регенсбурге. А, лучше военного инженера, пожалуй. 6 ходов, но мне военный инженер нужнее. А в Майнце. О, 5 ходов. Отлично. Так, что у нас по культуре? Промышленные древнего мира, древнего античности, античности древнего. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!